Это мы пришли на Южный пруд, Катафенский назывался. Володя ширину сейчас его берет. Вот если бы драглайн-то был, мы его углубили, а так он мелкий. Уже трава прорастает. Это новый. Тут на купателя ребятишек лучшего места не сделать. Настолько это легко. Тут. Три. Ну, считай. Четыре, я считаю. Пять. Шесть. Семь. А тебе пониже спуститься, там не выше. Спустись вниз. 10. Спустись. 11. 12. 13. 14. 15. Я плетусь за ним, спотыкаюсь, такая обувь у меня. 20. Вот как оно выглядит, это озерко. 20. Южный пруд. Такая красота вокруг. Это вот дальше осинник. А тут березняк начинается. Самое красивое озеро. Это самый искусственный пруд. Он был здесь. Мы купались, маленькие были, но он не был таким большим пруд. Это мы потом уже здесь вот разорились. Ну вот, 29 надо. Так. Сколько? 29. 29, а что ты не до конца? Иди туда. А кого там? А никого. Там угол срезает. 29. 32 будет. 30. Вот это добавится, она именно туда и упрется. 31. Запомни. 31. Все. 31. С таким трудом эти квадраты добывались. Вот она упала. Это во время ветров, видимо. Как-нибудь приди, спили и утащи ее туда, в сторонку. О, березняк. Представьте себе, какое озерко здесь. А там большие осины, огромная береза. А тут березняк один. Вплотную. Ну еще, пойдешь? Пойду. Давай. 31, запомни. Угу. Устанавливаю на углу вот здесь это. Ну и пошел по центру. Раз. Я буду ждать тебя здесь, наверное. Два. Три. Вот тоже подорожник. О, ладно, ладно. 31 здесь, не забудь. Четыре. Это я так за ним летуся под березку. Ой, тут провалы какие. Между березками бульдозер не мог толкать. Я не разрешал эти березки трогать. А вот тут уже легко. Вот она какая. Вот где мы шли через бурелом.
А вот этот белый клевер. И как, а здесь такие кусты росли, деревья, где-то 180 что ли маленьких таких. Это кажется мелко, я иду по гребню. А на самом деле тут свободно 1.5 метра, даже больше нагружено. Как ему трудно было, он как ковер крутится перед ним. Это все. Вот отсюда я поверну еще. Видишь, оно какое, как пятигранник. Сейчас там надо записать, сколько. Это не видишь, как холмами, холмами. Что это? Это бульдозер. Подбирал их, наталкивал сюда. А что он больше сделает-то? Он толкает только вперед. Хорошие бульдозеристы. Вот если бы здесь загнать дроглайн, он бы сейчас, ну, видно вот оно. Ну, вода такая, хоть пей. Ее у нас сквозь видать. Просвечивает солнце. Так, подожди сейчас здесь, вот на этом остановись. Две цифры записать надо. 31. И сколько? Вот 56. А? Вот так 56. На, держи. А там что, не будем? Да, обязательно, держи, пойдем. 56? Да. На, держи, мне записать надо. Пока вокруг покрути. Вот он комарам раздоль это. Вокруг. Не урони. 31,56, да. Yeah. Ну и плюс, что тут есть. Пойдем. Вокруг и все обверни. Видишь, как комар-то меня заедает. А давай-ка сфотографируемся здесь. С этим. Так, это держи, давай мне. Его даже прерывать не надо. Фотоаппарат открывай. А мне этот дай. В руки. Вот этот, вот, не надо снимать фотоаппарат. Вот этот дай. Сажень? Да, сажень. О, какая красота. Самый красивый пруд. Это все вода. Так. Я вот здесь встану. Вот, давай меня сфотографируй. Обратной стороны солнца. Что видно было, березки там, все это красоту. Эту. И с другой стороны пойди. Давай, меня заедают уже они. Ужас тут какой, комаров. Ну что, тебя снять? Да нет. Не надо, ну на. Повешай его себе на грудь скорее, пошли. Ой-ой-ой. Комаров сколько, забирай. А здесь вот как раз они задержали. Это я специально попросил бульдозериста прорыв этот сделать. Вода когда пойдет, потому что не знали, откуда будем. Два прорыва. Он говорит, может, не надо. Я говорю, нет, сделать. Заделать мы можем. А если ниоткуда вода не поступает, а как тут? Тут воды и не будет. Я думал, она оттуда поднапрет как-то. А потом как-то задержать. Ну как, ничего не знал. Пошли. Куда сейчас? Как куда? Ну, вокруг. Вот это сейчас начинаю замерять дальше. Вон до того, по этого. Вот этот круг замерь, он пятигранник. Его высчитывать не просто так, трапеция.
Вот отсюда. Ну так, не крути его, а поставляй. Так, так, неси дальше на это место. Не крути им так. Во. Пошел. Тут столбы стоят, не раскрутишься. Четыре. Давай, давай. Пять. Пять. Шесть. Вон до туда так и иди. Шесть. Пошел. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 15. Представьте, какая красота. Ну а тут осинник идет. И главное, березняк как отрезанный. А там тоже березка склонилась. 16. 15? 16. Давай дальше. Поднимайся туда до конца, иди. Куда? Туда сейчас? Да, да. Откуда начал? Цифру 16 запомни, а я дома сяду, посчитаю. Это не такая сложная тут арифметика. Ой-ой-ой. Еще под ногами-то. Так, отсюда, да? Да, отсюда, отсюда. Все, бери. Так, оттуда, оттуда, до того конца. Того? Тогда 16 до того будет или больше? Ну, до 16, того угла. 16 вот до сюда. Ну, тут 18. Давай. 18 запомни цифру. А теперь пошел напрямую. Мери. Раз. Два. Показать. Миллион комаров, миллион алых роз. Подарить тебе желание. Что нас завалит? Мусорщика вызывать. Миллион роз. Розы одной хватит, она дорогая. О, подорожник. Вот подорожник. Вот это подорожник. Ну, с фуражку. Четыре. Пять. Пошел. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Не хотел идти, но поволокся за ним. Ну что, здесь принимал участие какое-то. Вот столько бы воды-то набрать, вот тут метра 2,5-3 не хватает еще. Это все можно было заполнить водой. Ну, это на будущее. Если достанем экскаватор Драглайн. Помогите, кто слушает, кто считает, кто хочет помочь. Мы согласны доставить его за 22 тысячи сюда и по 1500 сейчас. На больше у нас нету. Володенька тут считает. Еще один пруд впереди у нас там. Костровый или Симаковский назывался. Это я на солнце туда уже показываю. И не просто так. Вот там березки какие там, склонившиеся. Бабочки, рыбки уже тут. Рыбки и икринки попадают. Утки прилетают. Самая несчастная птица – это утка. Все, со всех сторон на нее. Все. Гуся редко кто видит. А утку везде. И ничем она не виновата, ничего. Все. И коршуны, и люди, и охотники. Охотники и люди, я их разделяю.
не голодная, ничего, интерес. Тургенев всю жизнь лупил птицу, как зайцев на острове. Ульянов Володя. Владимир, да Ильич еще потом назовут. Я застрял, не могу подняться. На одном месте буксую. Ой-ой-ой. Вот скажет, куда его понесло. Ой-ой-ой. Вот какая яма. А что она означает, эта яма? Да ничего она не означает. Просто до сюда было, а тут больше насыпано было позади, где пошли. Ой-ой-ой. Тут по-другому никак. Я все показываю. Рука затекла. Вот она где. Доски из-под нее вышибли, чтобы заполнить. Надо все засаманить, поднять доски. Это я все шарашу здесь. Это оно загорожено, что скотина тут не упала. Вот где я прошел. Загородки. Вот откуда мы шли. Волоклись, скажи, делать вам нечего. Ну пусть и так. Дети купаются от нашего труда, не от вашего. Там 18, а здесь? 65. 55. Ну на этом все? 65. Да, 65, запомни. Ну отходим, пошли домой. Сейчас подожди, вот отсюда, может быть, сфотографируемся еще. Я выключу. Нет, не, снимок уже не получится. Тут много сушняка. Ну, на все, Божья воля. Выключаю? Да.